Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова, и сегодня мы вместе листаем каталог Oriflame номер 11. И по традиции я буду показывать продукцию, которой сама пользуюсь, и скажу, что мне особенно нравится и как эта продукция работает. Я вам желаю приятного просмотра. Каталог номер 11 начинается со 2 и закончится 21 августа 2021 года, ровно 3 недели. Очень красивая обложка каталога, и с самого начала нас ждет очень хорошее предложение. Это набор, я обычно всегда заказываю, потому что в этот набор за 69 рублей входит новый каталог 12, пробник аромата Eclat Femme, пробник крема лифтинг для кожи вокруг глаз и пробник новой адаптивной матовой тональной основы. То есть у нас будет 3 пробника и новый каталог всего за 69 рублей. Пробники раздариваем клиентам, каталог даем тоже посмотреть. Итак, все читайте в каталоге, очень много всегда интересного. Есть информация, которая вам поможет при разговоре с вашими близкими, а также вся информация, которая напечатана в каталоге, она доступна, значит, могут пользоваться все, и консультанты, и клиенты. Итак, смотрим. Купи на 500 рублей продукцию бренда Love Nature со страницы номер 6 по 23 из этого каталога с 1 до 21 августа 2021 года. Далее введи промокод акции в этом же заказе, промокод указываем, и получи шанс стать обладателем одной из сотен подарочных карт IKEA. Обожаю IKEA, мы там очень много заказываем. Итак, 300 карт будет по 1000 рублей, 10 карт по 10 тысяч рублей, и главный приз — подарочная карта номиналом 70 тысяч рублей. Хочу на комплект дачной мебели, мне как раз очень нужен комплект, мы уже газон посеяли. Ой, как замечательно. Так, что у нас в серии Love Nature интересного? Биоразлагаемая формула, 100% органические экстракты, 100% натуральные отшелушивающие частицы, упаковка на 50% из переработанного пластика, без парабенов и силиконов. Итак, нам доступна страница 6 по 23. Вау, как классно! Давайте я вам покажу, что у меня из этого есть. Вот, беру бутылочки. Уже заканчивается любимый, просто любимый крем-йогурт для душа с лесными ягодами. Он невероятный, он просто бомбический. Мне Миша говорит, не говори это слово, но именно это слово я хочу сказать. Потому что он вкусный, он ароматный, он хорошо отмывает кожу, он пенится. Он такой приятный, вот даже если вот смотреть на бутылочку, понятно, что это вот выглядит как йогурт. Он классный, такой можно смело повторять. На этой страничке все для купания. Есть гели с отшелушивающими частичками, они чуть-чуть подороже, а остальные все по 169 рублей. Выбирайте на свой вкус. Бутылочки по 250 миллилитров, такие, ну, плотный густой гель, хватает надолго. Жидкое мыло. У меня есть с алоэ. Ой, кстати, такое тоже есть, новенькое. Я очень много покупаю жидкое мыло, потому что у нас 3 точки. На первом этаже санузел, кухня, и на втором этаже санузел, и везде стоит жидкое мыло. Как без него можно вообще жить? Хотя лежит рядом и кусковое, но чаще рука тянется именно к жидкому. Вот такое мыло, 219 рублей, 300 миллилитров объем, с дозатором, густое, концентрированное. Специально вот так бултыхаю бутылочку, чтобы вам показать, насколько он густой, этот продукт. Хватит его тоже надолго. Мыло серии Love Nature тоже очень знаменитое, легендарное, особенно люблю с клубникой и люблю с кокосовой водой и дыней. Они прикольные, у них такая форма в виде капли, удобно держать в руке, но они невероятные, у них такая пеночка мягенькая, они вкусненькие. Ой, у меня прям сегодня вдохновение вам все это вкусно рассказать. Так, далее серия, то что мы видели с вами, крем-йогурт. В этой же серии есть скраб, который я прям экономлю, я его так люблю, он выглядит как варенье, посмотрите, как это красиво. У меня мама варит такие варенья, то есть они как желе, и он так и называется, скраб-джем для тела с лесными ягодами. Он шикарно отшелушивает кожу, пахнет вкусно, просто невероятно. Банка крема йогурта для тела, тоже крем вкусный, 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 такой он прям классный, приятненький. У нас уже
его кто-то мазал. Я его не использую, потому что есть открытые банки, несколько штук, которые нужно закончить. Ой, какая разница. Вот намазала руку. Ой, как вкусно это пахнет. Ну, мне вкусно, потому что я люблю ягодные, фруктовые ароматы. Мне кажется, вот по руке даже видно, что моментально ушла вся сухость. Так приятно. Это лосьоны для тела. Объем у них по-моему, по 200 мл. Да, и у этого крема 200 мл, и у лосьончиков тоже 200 мл. Но, конечно, из такой упаковки доставать лосьоны гораздо удобнее. Я обычно себе раньше брала всегда с кокосовой водой из дыни, но потом просто они мне поднадоели. Тальки по 99 рублей. Ого! Ого, вот такие тальки 100-граммовые, их очень надолго хватает, в жару прям спасение. Я себе взяла с сандалом, немножко густой аромат, то есть на влажную кожу мы прям вот наносим. А сначала выглядит как бы беленько, потом все впитывается и ничего следов не остается. Но талька хорошо помогает сохранить кожу более сухой. Такой густой восточный аромат сандаловый. Если вы хотите полегче, то лучше берите розовенький, цветочный. Особенно классно тальки, у кого натирания идут. Бывает, ноги натираются, это просто спасение. Шампуни и вот такая классная штучка, называется защитное масло для сухих волос. Это масло нужно будет положить в горячую воду, прям на несколько минуточек, пока моете голову, а потом открываете вот так вот, отламываете вот этот фиксатор, крышечку, и распределяете по волосам и оставляете на какое-то время. Обычно на тюбике пишут прям минутку, положить на минутку, а потом нанести разогретое на волосы. Вот, ну где-то я читала, что это прям вот ненадолго наносить. Я на самом деле, если делаю маску из этого продукта, то ношу долго, хотя бы минут 15, чтобы волосы напитались, это будет тогда более эффективно. Далее шампуни, они все разные по разным типам волос, тоже густые, концентрированные, крутые. У меня в руках сейчас с репейником и с чайным деревом против перхоти, он эффективный, точно вам могу сказать, что этот шампунь работает. И нравятся они мне, в общем-то, все. Сейчас скажу, любимый кокосовый с пшеницей. Очень нравится мне яблоко и бамбук. Очень люблю ромашку, авокадо. По-моему, вот такой я просто не пробовала, потому что он для тонких волос, а у меня волосы и так толстые. Я такой, по-моему, не брала или не помню. В общем-то, в какой-то период времени я их все перепробовала, и они... Мне подходят, в принципе, все шампуни от Oriflame. У меня такого нет, чтобы хоть каким-то из них я помылась и сказала, ой, ну что-то не то. Поначалу мне серия Hair X сказала, что утяжеляет волосы. А на самом деле оказалось, что я слишком много наносила, плохо вспенивала и плохо смывала. И сейчас я использую совсем капельку шампуня и прекрасно все промывает. И 3 дня я хожу с чистой пышной гривой. Далее серия тоже Love Nature для ухода за кожей. Здесь мы видим серию чайное дерево и лайм, очищающий гель и тоник. Далее это мицеллярная вода, смягчающая, с органическим овсом и ягодами годжи. 2 продукта из серии с абрикосом и апельсином, очищающий гель, он будет идти с отшелушивающими частичками, и тоник. Вот сколько всего классного, и хорошие цены, кстати. А также вот тут есть губка для умывания, обязательно ее закажу, потому что я брала до этого спонж коньяк, он у меня очень быстро развалился, и мне, честно говоря, прям жалко, что он так мало мне прослужил. Следующий продукт просто супер прекрасный продукт, мне кажется, его нужно иметь всем. Это сахарная маска скраб, написано с мятой и лаймом. На самом деле здесь огромное количество экзотических фруктов в составе. Он очень вкусно пахнет, настолько вкусно, что вы будете хотеть все время облизать свои губы. И на вкус он сладкий. То есть даже если случайно забылась и лизнула, то это все очень вкусненько и приятно. Работающий продукт, реально кожа становится мягкая и разглаживаются такие микротрещинки и морщинки. Прелесть просто. Девчонки, берите вот смелые, всем рекомендуйте.
Это невысокая цена за такой продукт, потому что он очень эффективный. Следующий — тонизирующий гель для лица с органическим абрикосом и апельсином. Например, для моей кожи он оказался настолько не впечатляющим, то есть у меня не хватало питания, мне не хватало влаги, то есть мне нужно было просто срочно какой-то густой питательный крем, потому что этого мне не хватило. Я думаю, что этот гель хорошо подойдет для обладательниц нормальной комбинированной кожи, потому что он не дает излишка питания, хотя здесь написано, что он увлажняет, но мне катастрофически не хватало питания. Я привыкла к NovAge, где я наношу крем и у меня все напитано, все расправлено, здесь же мне было прям мало. Так, серия с чайным деревом у нас тоже продолжается. Антибактериальное средство для лица и тела, то есть мы его используем для наружного применения. Очень отличное ранозаживляющее и антибактериальное средство. У нас дома оно постоянно есть, все мажем, прыщики, порезы, укусы, царапки, синяки, вот вообще все абсолютно. И если вы почитаете в интернете информацию про этот продукт, то найдете огромный спектр, куда его можно применить. Также есть антибактериальный карандаш-корректор в виде помады. Его используем для точного применения, если возникли воспаления на коже лица, да, или на коже где-то. То есть он очень хорошо скрывает красноту, перекрывает зеленый цвет и снимает воспаление. То есть вы его наносите, а сверху уже после того, как дадите ему впитаться, поработать немножко, сверху проходите тональными средствами. И матирующий крем-флюид для лица тоже, он хорошо подойдет для тех, у кого кожа склонна к жирности. Легкий такой приятный крем. Так, далее у нас серия с огурцом. Обратите внимание, что тюбики по 30 миллилитров, а то будете ждать вот такие огромные флаконы, как нарисовано. 30 миллилитров. Мой любимый продукт — это маска. Здесь еще есть гелевый скраб и легкий гель для увлажнения кожи. Но я люблю маску безумно, она еще и прекрасно осветляет лицо и очищает поры, и она просто классная, поэтому можно такую масочку взять, 109 рублей, но ее хватит на несколько применений. Мне кажется, это, ну, неплохо для такой маски, это хорошая цена. Так, дальше двигаемся. Тоже маски, у нас будет прям парад масок. Маска с кокосом и алоэ для нормальной комбинированной и жирной кожи. Маска, это маска-скраб. Маска-скраб с лаймом и чайным деревом. Тоже используем и как маску, и как скраб. Ну, как скраб на 1-2 минутки, как маска на 10-15. Маска питательная, с согревающим эффектом, с органическим овсом и ягодами годжи. И вот такие две чудесные маски, просто нереально крутые. Это питательная маска смузи с ягодами, с органическими ягодами, и обновляющий скраб-мармелад тоже с органическими ягодами. Это просто чудо. Ароматы приятные. Эти все маски мы используем постоянно. У нас такое огромное количество масок, потому что мы их любим, мы делаем регулярно. Например, сегодня я делала маску с какао, из такой вот разовой, мы с дочкой напополам делали. Маски все крутые, и они вот для разных вариантов использования. Поэтому я в неделю, бывает, делаю 3 раза маску. Бывает 2. Ну, не реже точно, потому что маски помогают коже, поддерживает кожу в отличном состоянии. Сумку шопер и кружку для кофе я не заказывала, но чисто визуально мне этот продукт очень нравится. И, конечно, если бы у меня не было сумки шопера, я бы ее взяла однозначно, потому что мне нравится такой стиль, мне нравится подход экологичный, чтобы не ходить с пакетами, не покупать пластик, да. И такая кружка тоже была бы классная, если бы я была офисным, например, работником, ходила в офис, я бы однозначно взяла такую кружку. Но так как я дома, у меня нет необходимости такой кружки. А на выход у меня есть, в принципе, кружка тоже от Oriflame. У нас обновление в серии по уходу за полостью рта. Это новые зубные пасты, новый дизайн. Будет у нас отбеливающий в этот раз и освежающая, которую все так здорово полюбили. И у нас новая щеточка средней жесткости. Вот мне ее и нужно. Представляете, я заказала себе щетку, но она... А, это она же? По-моему, это же она. Да, она для меня прям жесткая. Я вот ее трогаю. Если вы любите такие упругие щетинки, то да, она вам подойдет. А эту я отдам Мише, но мне понравилось, что у нее внутри еще есть такие силиконовые
очистителя, мне кажется, это будет очень хороший уход за полостью рта, но мне нужна помягче щеточка. А дизайн у нее очень крутой. И такая удобная ручка, прям вот тут такой приятный материал, то что он не будет выскальзывать из рук. Так, дальше. Как я люблю, когда у нас для деток выходят новинки. И в этот раз зубная паста с клубничным вкусом. На нее смотришь и уже улыбаешься. Это позитивная клубничка с белозубой улыбкой. Конечно же, так и манит. И самой хочется такую пасту. Я думаю, она будет очень вкусно пахнуть клубничкой. Она подходит для деток с 2 до 6 лет. Поэтому смотрите, если детки уже старше, им нужно уже взрослую зубную пасту. Потому что молочные зубки меняются на коренные. Поэтому уход тоже должен быть другой. И классные детские щеточки для мальчиков, для девочек на присосках. Вы можете поставить их на раковину, прилепить на стену. То есть это очень позитивно. Когда дочка была маленькая, тоже ей брала эти щеточки. Нам очень нравилось зубки чистить. Смягчающее средство. Я забыла взять баночки. У меня их очень много, но сейчас под рукой здесь нет ни одной. Будет у нас с маслом граната, черники и розовым маслом. Всего 100 рублей. Отличный продукт для смягчения кутикулы, для смягчения всего, где есть сухость. Можно на губы, на локти, на колени, на пяточки. Если есть болячки, чтобы они быстрее прошли, нужно мазать смягчающим средством. И также для кожи вокруг глаз. Так, а я вот пропустила момент, когда мы закончили... Вот здесь вот мы закончили. Подождите, по какую страничку надо было нам заказывать? По 23-ю, все правильно. То есть вот здесь на масках мы как раз закончили с вами выбирать на 500 рублей для того, чтобы участвовать в розыгрыше подарочных карт. Я однозначно буду заказывать маски. И здесь есть что брать. И крем для душа, маску огуречную хочу, чайное дерево. Точно выиграю карту. Хочу. Так, далее. Гели для душа. Гели для душа у нас будут XXL по 149 рублей. Это выгодно, 400 миллилитров. У меня вот сейчас есть вот такой гель для душа. Как раз только в ванну поставила. Прям специально солнечные Мальдивы с таким классным ароматом. Приятно пахнет. Очень по-летнему. И так как мы не уехали на море, мы будем море принесли себе Мальдивы в свою ванную. Вот так вот будем. Очень крутые вот эти гели. Попробуйте, какие они приятные в использовании. Они отлично очищают кожу. Кожа после них такая мягкая, чистая, легкий аромат. И, конечно, вот эта пенка классная. Много расхода нет. Очень маленький расход, на мочалочку прям капаете небольшое количество, и получается отличная пенка. Вот, дальше продолжаем. Смотрите, вот здесь есть гель 159 рублей 250 миллилитров, а здесь 149 рублей 400 миллилитров. Это очень хорошее предложение. Рассказывайте о нем активно своим клиентам. Так, на этой страничке нас ждут гели для интимной гигиены. Мягкий гель для девочек, для подростков. А уже идет дальше успокаивающий гель. И сейчас, подождите секундочку. Мягкий, успокаивающий, смягчающий крем-гель. Вот он, смягчающий крем-гель. И специальный смягчающий лосьон для интимной гигиены. Вот так выглядят гели. 300 миллилитров с дозатором, отличные флаконы. У меня вот как раз голубенький, который без скидки сейчас в использовании, и стоит красный. То есть мы сейчас пользуемся двумя, те, которые не представлены в распродаже. Но чтобы вы понимали, как это выглядит, я показываю. Отличные гели, классно очищают, убирают все неприятные запахи, при этом остается такая мягкость и комфорт, что без них уже своей жизни мы не представляем. Далее. Забыла взять очищающий гель для рук. Обращаю ваше внимание, это не антибактериальный гель. То есть в нем нет вот этого, да, содержания спирта, который рекомендован, если вы хотите прям удалять все бактерии. Далее, питательные крема для рук. 75 миллилитров. Все вкусные, все шикарные, все у меня любимые. Я их чередую то один, то другой, то третий. Обращаю внимание, что если вы покупаете два, то цена 99 рублей, а если один, то 169. Поэтому смотрите, чтобы у вас было парное количество, и обращайте внимание своих клиентов, чтобы они не заказывали один, потому что они могут увидеть вот эту цену, сказать: о, давай мне один,
скажите, что один невыгодно, он 169 рублей, берем два, можно разные вкусы. Далее, пемза для ног, щеточка, шлифовальная пилка для ног, шикарный лосьон, сейчас скажу, как он правильно называется, лосьон с такой легенькой текстурой, у меня был такой классный, про него как-то рассказывала в пустых баночках. Далее, отшелушивающий скраб для ног. Далее, серия с арбузом, здесь у нас идет скраб и крем охлаждающий. Имейте в виду, что когда будет жарко, будет такой прям холодок-холодок на ножках. Далее идет у нас освежающий крем для ног и тонизирующий скраб. Вот, то есть у нас здесь два скраба, а остальное все по вашему предпочтению, что вы больше любите. Но вот этот лосьон, он просто невероятный, очень понравился. Далее спрей дезодоранты у нас тут по акции со скидкой, надо у мамы, кстати, спросить, потому что она у меня не любит шариковые, она любит именно спреи, надо уточнить, нужен ей спрей или нет. Они тоже классные, уже на протяжении многих лет маме заказываю. Далее маска, маска-пленка, всего 169 рублей, но не просто так, а при заказе любого продукта с серии Pure Skin со страницы 44-45, а маска крутая. И серия у нас Pure Skin, она обновленная, она полностью стала другая, она стала круче, лучше и будет более эффективно помогать в борьбе с возрастными, то есть с возрастными прыщиками, да? Ну, когда у нас детки подрастают, то у них начинают появляться прыщики на лице, не всегда, но зачастую такое бывает, поэтому чтобы не перешло это в проблему, нужно ухаживать за кожей с молоду. Мой любимый аппарат Skin Pro Sonic 3 в 1, все время про него рассказываю, насколько он классный, и моя любимая насадка массажная, она как утюжок помогает мне разгладить морщинки. А каким образом разглаживаются морщинки? Конечно же, это не из-за того, что я просто поглаживание делаю, а дело в том, что здесь идут высокочастотные вибрации, 12600 вибраций в минуту, представляете? Абсолютно безопасно даже для чувствительной кожи. И вот именно эти вибрации помогают расслабить мышцы, а морщины появляются за счет того, что у нас спазмируются мышцы. И если мы их будем расслаблять постоянно, то лицо будет гладкое, будет расслабленное. Вообще супер, конечно, продукт. Обожаю этот аппарат и всем его вот рекомендую постоянно. Далее, интенсивно подтягивающие капсулы для лица королевский бархат. Это вот такие рыбки. Ой, у меня там еще и золотая рыбка есть одна. Вот такие рыбки. Хвостик мы отрываем и на чистую очищенную кожу лица, сухую, мы переносим маслице на лицо, кроме области кожи вокруг глаз, и на зону шеи и декольте. Вот такой рыбки хватает, в общем-то, на весь этот процесс. Лучше делать курсом, а не раз там в пятилетку. Эффект будет тогда лучше. В баночке 28 таких рыбок. Далее, подтягивающий крем для век. Королевский бархат. Вот такой классный крем. Очень густой, хороший, питательный. И серия Optimals у нас недавно обновила свой дизайн. Некоторые продукты обновили состав, некоторые линейки, что-то дополнили. И, конечно же, серии стали намного круче и интереснее. Давайте посмотрим, что у меня есть из этих продуктов. Например, антивозрастной крем для кожи вокруг глаз. Как видите, я им успешно пользуюсь. Он вот такой вот с роликом и очень хорошо. Небольшое количество выдавливается и делается массаж. Я люблю массаж. Остаточки, если лишнего выдавлю, я просто пальчиком вхлопываю в кожу. Далее, конечно, патчи. Патчи очень хороши как соцсредство. То есть они помогают быстро восстановить кожу, убрать отек, насытить ее, напитать кожу, увлажнить. И я действительно, я пользуюсь не очень часто, потому что продукт не дешевый. Одна пара 199 рублей. То есть у нас они как в одной упаковке идут. Две штуки всего. Но эффект мне нравится, конечно. Хотелось бы, чтобы у нас делали патчи в банках, и чтобы они были более доступны по ценам. Если вы подбираете себе уход за лицом, воспользуйтесь сначала пробниками, чтобы попробовать, чтобы убедиться, что вам эта серия подходит. Я сейчас использую серию Urban 3D, и мне нравится эта серия. Ну, конечно, для моей взрослой кожи хочется уже чего-то более эффективного, поэтому я
пользуюсь, но понимаю, что надо переходить назад на серию Экологен. Уже купила себе крема, сыворотку. Все, вот вам просто показываю, насколько красивый и, во-первых, классный дизайн. Сыворотка идет у нас с пипеткой, но у меня почему-то, я заметила, стоит вот так сыворотка, я закрываю ее плотно, когда я на следующий день ее открываю, она уже у меня как будто раскрученная. То есть такое чувство, что она как-то вот сама, что ли, раскручивается, то ли резьба у нее какая-то странная, ну неважно. Вот. Просто нужно использовать до конца продукт, не откладывать его до следующего года. Я влюбилась в этот спрей с низкомолекулярной гиалуроновой кислотой. Я его использую и вместо тоника, и под крем, и сверху перед тем, как макияж делать, и сверху на макияж как термальная вода. Тоже очень крутое, минимум раз в день я этим средством обязательно пользуюсь. Крем очень хорошо впитывается, легкий, невесомый, такой приятной консистенции. Ой, вот так капельку выдавлю. Так, вот такой вот крем классный. Он очень хорошо питает и как база под макияж, а еще он с SPF 25, то, что мне тоже очень всегда нравится в дневных кремах. А вот ночной крем меня удивил тем, что у него текстура как у крема Экологен Novage. Вот не отличишь, если бы я, ну, не видела, из какой баночки я достаю, я бы, наверное, даже не определила, что это за крем. А вот очищение меня просто удивило, просто я удивлена, насколько оно классно очищает. Оно идет с мелкими отшелушивающими частичками, и его можно использовать и как скраб, и как масочку, и для ежедневного очищения. Мне нравится, и самое главное, что не сушит кожу. Я делала так: умылась, промокнула лицо полотенцем, и буквально часа 2-3, то есть я была дома, мне не надо было краситься, я наблюдала за состоянием кожи, и у меня не возникло ощущений стянутости, сухости, дискомфорта, вообще не возникло. Это меня удивило, потому что обычно после очищения все равно хочется быстрее как-то увлажнить лицо. В этот раз меня все порадовало, поэтому, конечно, продукт очень интересный и достойный нашего внимания. Далее, солнцезащитная коллекция. Однозначно мы ей говорим да, потому что защита от солнца у нас важна. Дело в том, что фотостарение занимает первое место по факторам, которые влияют на старение кожи. Поэтому если вы хотите быстрее состариться, то, конечно, вам не надо мазаться солнцезащитными средствами. Мы перелистываем страничку и идем дальше. Но если вы хотите сохранить молодость, то обязательно защищайте кожу, когда идете загорать. Ну и просто когда идете на солнце. Следующий — обновляющий пилинг для лица Novage. Очень крутой пилинг. Но сейчас у меня другая любовь. Сейчас посмотрю, есть ли в этом каталоге. У меня другая любовь. И эта любовь, эта любовь не представлена. Но я все равно захватила в плен. Я сейчас полюбила очень вот эту сыворотку 6% с АХА кислотами. Господи, какая это прелесть. Буквально 3 капельки, утром встаю, как будто кожа не моя. Кстати, у меня пигментные пятна очень сильно стали осветляться. Я думаю, что вот уходит вот этот роговой слой. И мне очень это нравится. Ее наносим, не смываем. Это средство наносим на 20 минут только на ночь. И то, и другое средство используем только на ночь. И это средство мы смываем. И далее делаем свой привычный уход. И после любого пилинга, друзья мои, на следующий день загорать нельзя. И у нас есть серии, которые эффективны. И мне уже в команде девочки сказали, что у них отличные результаты благодаря этой осветляющей серии Brilliance. У меня из этой серии, кстати, есть сыворотка. Может быть, она тоже помогает, потому что я ей мажусь тоже каждый день. Мне эту сыворотку присылали на обзор. Она невероятно приятненькая. Такая вот сыворотка. Я ее наношу под крем. И у меня заметно стало светлее все вот эти пятнышки, которые, в принципе, тональные средства хорошо перекрывают, но хотелось бы, чтобы кожа была совсем чистая. Согласитесь, приятно смотреть на ровный тон лица. Это все моя любовь. Novage, комплексные уходы, они работают 100%, это доказано клинически.
мои любимые две серии, вы видите, по центру я их чередую, то одну, то другую, конечно, по возрасту мне больше подходит это, я уже приближаюсь к следующей серии, но экологен для моей кожи тоже идеально подходит. Отличный вариант. Подбирайте себе серию, которая вам подходит по проблеме. Даже если вам 30 лет, но у вас падает овал лица, то сделайте себе комплексный уход Ultimate Lift. Или если вам 50 лет, но у вас все супер с овалом, все прекрасно, но просто есть мимические морщины, да, по лицу, сделайте себе коллаген комплекс, он просто прекрасен. Если вы хотите, чтобы ваше лицо просто стало свежее, увлажненное, сияло, то вам нужна серия Skinergize. То здесь, когда мы смотрим на цифры, то в общем-то зря мы это делаем. Конечно, это рекомендации от компании, но на самом деле эти все серии, они под конкретные задачи, поэтому задачи могут возникнуть в разном возрасте. Так, чем нас тут радуют скидки? Ух ты, скидки на дневные крема, отлично, кому нужно, да, обновить. Скидки на ночные крема, шикарно. Я обычно использую 50% скидку на такие вот вещи, чтобы, ну, чтобы было еще выгоднее. Далее, вот такой набор я уже использую, по-моему, третий, с пептидами. Мне очень нравится, как повышается упругость, особенно шея, просто разглаживается на глазах. И посмотрите, есть отдельное видео, я прям показываю, как я использую, как правильно открыть ампулу, как правильно использовать пипетку, потому что здесь, ну, такая вот технология, все-таки нужно посмотреть, как делать правильно, чтобы было вам комфортно. Кстати, у нас есть шикарная коллекция масел, у нас для этой коллекции отдельный существует каталог, вы можете на сайте посмотреть информацию. Я использую масла в виде ручек, такие длинные, вытянутые, с роликами, и они работают на 100% классно. Я по себе вижу, как меняется мое состояние в зависимости от того, какое масло я использую. Ночная маска, мы ее используем на ночь и не смываем. Эту маску я тоже часто использую, обожаю ее просто, она, это прелесть маска, потому что утром я встаю, а у меня лицо свежее и румяное. Есть специальная удобная лопаточка для нанесения масок, и у нас есть маски как тканевые, так и из биоцеллюлозы. Вот эта маска очень крутая, она так эффективно восстанавливает быстро кожу, что я девчонкам всегда говорю, вот у меня девчонки мои, кому же там 50-60 лет, даже, ну, 40-30, неважно, я говорю, если вот, например, тебе, ты знаешь, что нужно идти на мероприятие, круто выглядеть, сделай маску и иди. То есть иметь ее под рукой как палочка-выручалочка. Так, что у нас здесь, посмотрим, может быть, что-то со скидками. Вот серию осветляющую я не знаю, я ее не пробовала, поэтому я про нее обычно не рассказываю, отзывы тоже разные, поэтому смотрите, да, может быть, отзывы почитаете и уже тогда определитесь, потому что очень доступные цены. Я вот дочке брала только мыло, вот ей мыло нравится, я ей заказываю все время. Вот, кстати, спонжик брала вот такой вот с углем, а до этого брала белый. Вот белый мне прослужил очень долго, а с углем развалился моментально, я даже не поняла почему и немножко расстроилась. Так, что нас ждет здесь? Комплекс морской кальций и витамин D. Кто-то сказал, да, женщина после 40 обязательно нужно есть кальций. Я ем. Скидки на витамины. 60 таблеток в каждой баночке, женские и мужские. Тоже необходимо, всем нужно. Прекрасные отзывы на напиток Aqua Glow. Он реально делает лицо свежим, таким красивым, розовым, сияющим. Я пила один раз полностью курс каждый день. У меня просто такие щечки розовенькие стали, такое личико прям вот помолодело на глазах. Приятно же получать комплименты. Так, здесь у нас все про wellness. Wellness — это отдельная тема, я вам рекомендую ее изучить, потому что аналогичные продукты очень сложно найти на рынке, да? Омега, понятно, есть во многих компаниях. Вы должны понимать, чем отличается Омега Oriflame от других, чтобы именно
да, объяснять правильно людям, что такое пребиотический напиток. Все почитайте, изучите. Я эту продукцию обожаю. Она у нас в рационе каждый день. Каждый день как минимум это wellness pack, где собран полный комплекс из астаксантина, омеги и вот такой витаминки, которую мы сейчас вот тут вот лицезрели. Это обязательно. Практически каждый день порция коктейля. Пребиотик сейчас есть. Батончики вкуснейшие, очень вкусные, полезные, шикарные батончики. Миша пьет протеиновый комплекс после тренировок, потому что полезно, особенно для мужчин. Ох, детская серия, такая миленькая, приятная серия. Детский шампунь для волос и тела и мыло в форме медвежонка Винни-Пуха. А вот какой аромат у нас здесь? Мне кажется, банановый аромат. Можно потереть страничку, если есть каталог, и вы уже точно будете знать, что за аромат вас ждет. Для волос у нас есть защитная крем-сыворотка, вот так она выглядит. Мы ее наносим на волосы и не смываем. Придает волосам блеск, они становятся более мягкие, гладкие, послушные. Мне нравится этот эффект. Есть у нас серия против выпадение волос. В этой серии есть специальное средство для уплотнения волос, главное не переборщить, и средство для того, чтобы стимулировать укрепление волос. Этот тоник тоже мы не смываем, наносим на прикорневую зону, делаем массаж, желательно таким массажером делать массаж, у него длинные щупальцы, он прекрасно стимулирует кровообращение для того, чтобы средства еще лучше работали. В этом каталоге представлены маски 2 из серии HRX, ухаживающие для окрашенных волос и восстанавливающие для сухих и поврежденных. Я очень люблю вот эту маску, она отлично питает волосы. И также серия шампуней восстанавливающие и шампунь против перхоти. Вот, кстати, у меня есть постоянная клиентка на этот шампунь, надо ей позвонить, сказать, что будет акция. Она обычно в акцию 3 штучки берет сразу, ей надолго хватает. Для причесок у нас есть всевозможные средства. И термозащита, мусс, есть лак для волос, есть спрей-блеск для волос, а также есть подручное средство в виде вот такого вот бублика, это кольцо для формирования прически. У меня на канале есть как раз вариант, как сделать прикольную прическу, необычную, вот не просто такой пучок, а там я показываю варианты с плетением. И, конечно, есть петля, которую я так до сих пор и не испробовала. Представляете, все у меня до нее так руки и не дошли. Средства очень эффективные. У нас есть крутые еще расчески. Такая вот массажка. Невероятно классная. Она отлично расчесывает волосы, массирует кожу головы. И у нее очень удобная ручка, не скользит. Также у меня есть для начеса. Кстати, пользуюсь иногда, чтобы объемчик придать. И моя любимая краска для волос. Мой оттенок 9.0. Краска отлично ухаживает за волосами. Я просто лучше краски я не пробовала. Сейчас откроем. Покажу вам состав краски. Что в ней есть. Итак, давайте смотреть. У нас есть эмульсия специальная и краска сама. Мы краску выдавливаем сюда, смешиваем, отламываем кончик, и можно самостоятельно покраситься. Потом, когда мы смываем, мы наносим маску. Я наношу дольше, чем на 2-3 минуты, потому что маска волшебная. А внутри здесь в инструкции есть перчатки. Я не буду... Где у нее начало? Вы не увидите. То есть вот здесь вот есть перчаточки. Вы их просто так отрываете и используете для того, чтобы нанести краску на волосы. Очень удобная краска в том плане, что можно самостоятельно дома покраситься. Не нужно идти в парикмахерскую, тратить время и деньги. 30 минут и новый образ готов. Отличные оттенки. Просто краска не смывается, долго лежит на волосах, просто отрастают корни, а цвет остается тот же, и это мне очень-очень нравится. О, моя любимая серия мед и молоко. Здесь у нас будет скраб. Где-то мой скраб? Неужели я его забыла? Да, скраб я, наверное, забыла кинуть в коробку. Ну вот он будет такой большой, 200 миллилитров, сахарный скраб, который просто очень нежно отшелушивает кожу.
Далее вы можете нанести сразу питательный крем ароматный на тело. И у нас есть в этой серии также шампунь и кондиционер для волос. Идеально подходит для сухих волос, для сухой кожи головы. Кожа будет напитанная. Если есть зуд, то он проходит. И у меня очень классные отзывы от людей, у которых сухая кожа головы. Они просто в восторге от этой серии и постоянно перезаказывают шампуни. И также есть маска для волос. Большая банка, 250 мл. Тоже ее надолго хватает. И она отлично напитывает кончики волос. Здесь у нас крем для рук и скраб для рук. Кстати, отличная парочка для того, чтобы привести руки в порядок. То есть сделали скраб, потом нанесли крем, и кожа будет мягенькая и напитанная. Мягкое жидкое мыло 300 мл, тоже большой объем для рук. И у нас здесь увлажняющий крем для душа и крем-мыло. Крем-мыло, оно просто классное. Все это с приятным ароматом, таким душистым, нежным, приятным. И все действительно как бы направлено на более вот на тех людей, у кого сухость. Сухость беспокоит. Так, детская коллекция. Я не вижу акции, наверное, она у нас закончилась. Но тем не менее, есть у нас на что-то здесь акции на детский набор для маникюра. На канале есть отдельный обзор этого набора. Если вы как раз его ищете и хотите посмотреть, какого качества, то найдите видео у меня и посмотрите. Роскошный большой крем 150 мл, серия Love & Care. С миндалем и молочком, приятным ароматом. Я им пользуюсь на кухне обычно всегда, мне нравится. Здесь у нас со скидками идут специальные восковые полоски для депиляции, но я не могу сказать, что я от них в восторге, что они прям начисто мне все удаляют. В общем-то, мне кажется, они больше подойдут тем, у кого волосы такие тоненькие, полупрозрачные, а у кого такие вот, например, как у меня тут вот шуба, да, такая пушистая, у меня не удаляются волосы, особенно на ногах, то 100% нет. Румяна в шариках. Вот так мы плавно переходим с депиляции на декоративную косметику. Вот мои румяна. Смотрите, некоторые шарики побольше, какие-то поменьше, какие-то быстрее и стираются, какие-то дольше служат. Так вот, эти шарики мне очень нравятся. То есть они дают натуральное сияние. То есть просто естественный румянец, никаких резких граней, никаких там переходов жестких, все очень классно. Два оттенка у нас будет: персиковое сияние и естественное сияние. И к ним крутая кисть, которая закручивается и закрывается колпачком, как помада. Очень удобная кисть. Тушь для ресничек, серия Giordani Gold, с такой необычной, извилистой, волнистой. Эта кисточка меня прям волнует, да, волна. Не очень, хочу сказать, мне было удобно сразу приспособиться, но буквально несколько раз я покрасилась, и я поняла, что я могу, в принципе, любой кисточкой накраситься. Главное, дайте мне время к ней приспособиться, чтобы понять, какой стороной удобнее захватывать. Прокрашивает все шикарно, все хорошо. Тушь дает хороший объем, хороший изгиб добавляет ресничкам. Но если выбирать, например, из тушей взять эту, или вот тут дальше у нас будет тушь, вот такая вот тушь, не знаю, ангельская ласка, она правильно переводится, то я бы, конечно, выбрала ангельскую ласку. Я сразу вам их покажу, и ту, и другую, потому что у этой туши невероятно удобная кисточка. Она вот так плоская, а здесь мы видим, как треугольник вытянутый. Вот она нереально удобная. Она и длину, и объем, и изгиб делает, и разделение. Но вот сейчас она у меня уже загустела, я ей 2 месяца пользуюсь. И сейчас я беру тушь 5 в одном и ей делаю, как сказать, более активно разделение. Вот так, я бы сказала. Так, тональная основа. Ну, конечно, это моя тоже любовь. Сейчас как раз открыла себе слоновую кость. Именно ее я люблю очень сильно. Она просто шикарная. На лице хорошо. Тут, может быть, чуть-чуть темновато. На лице прям классно. Она еще подстраивается под кожу. И какое-то время вот она сейчас полежит, и ее не будет видно. Она просто очень крутая. Она скрывает поры, скрывает все недостатки. Она как будто, вы знаете, выглаживает так атласом кожу. Она просто такая классная.
Ну, конечно, это удовольствие пользоваться таким тоном. Он и по дизайну классный. Вот это вот толстое стекло, крышка с золотом черная. Но самое главное, конечно, для меня качество и то, что здесь есть SPF 15, высокий фильтр и очень низкая цена. Но цена здесь непростая. При заказе любого продукта из этого каталога, то есть если у вас какой-то продукт есть из каталога, то вы и тушь можете взять с большой скидкой, и тональную основу. Конечно, классное предложение. Карандаши для губ у меня, кстати, есть все три, я ими всеми пользуюсь и вам сейчас их продемонстрирую. Видно, да, что пользуюсь? Так, давайте посмотрим. Розовый, потом Гордения и мой любимый Мак. Такие карандашики. Самый классный Мак, потому что он дает такой хороший пигмент, отдает прям мгновенно. Если этими карандашами надо какое-то усилие приложить, покрасить губы, то этим просто моментально. Шикарная помада. На следующем развороте мы видим жидкая помада. У меня оттенок теплый кашемир. И вот если вы ее хоть раз попробуете, эту помаду, то я думаю, что вы в нее сразу влюбитесь. Какое у нее роскошное качество. А еще она стойкая, но при этом губы не сушат. У нее удобнейшее нанесение благодаря вот этой вот кисточке. И, конечно, этот цвет. Он меня просто покорил с первого взгляда. Настолько мне нравится эта помада. Прелесть просто. Так, далее. Я рассказываю про то, что я знаю, как вы заметили, и то, чем я пользовалась. Конечно, вот шикарная шелковая тональная основа Fluid, но мне в ней не нравится то, что здесь пипетка, и нужно каждый раз вот ее доставать, с пипетки капать, и можно испачкаться. В общем-то, мне не нравится форма. Если бы был дозатор, был бы просто идеальный вариант. Далее, пудра. Пудра в одном оттенке. И смотрите, что мы должны с вами увидеть. Я немножечко вытряхну. Тут раз вытряхнула и забыла закрыть. Здесь видите, какой механизм. Мы вот так поворачиваем, дырочки открываются, потом закрываем, а сюда кладем кисточку. Сейчас я вся перемажусь пудрой. Вот сейчас она прям идеально лежит, а иногда мне кажется, что все-таки она чуть-чуть вот как какую-то желтиночку дает. Но вот сейчас нет, конечно, такого. Вот если посмотреть, то здесь она выглядит очень естественно и натурально. Поэтому я, конечно, эту пудру обожаю. Вот просто обожаю. Так, дальше. А что у нас здесь на нее? Какая-то акция. 1199 рублей. CC-крем я брала в пробниках. Вот такой CC-крем. Просто нереально крутой. Отличный продукт. Можете смело брать. И мне, кстати, больше подошел натуральный. Хотя я думала, что мне светлый подойдет, а натуральный... Он просто лег идеально. Есть отдельный обзор на канале, где я пробую тот и другой. Посмотрите, то есть если вы озадачились заказать себе CC-крем и думаете, какой цвет, посмотрите видео разных блогеров, чтобы понять. Ну вот, например, на брюнетке так лежит, на блондинке так это выглядит, чтобы вы себе подобрали то, что вам нужно. Так, далее гелевая подводка Giordani Gold. Она, конечно, классная, но единственное, у меня к ней претензия, то что к ней отдельно нужна кисть. Я, конечно, кисть купила. Вот она у меня уже лохматая, растрепанная, поэтому без толку ей, конечно, показывать. Я ей не пользуюсь. Да, просто держу так для демонстрации. Нужно ее все-таки помыть. Нужна отдельная кисточка. Меня это не устраивает, неудобно, поэтому не пользуюсь. Лежит просто, чтобы вам показать. Так, далее. Увлажняющая тональная основа Aqua Boost, она больше подходит для обладательниц кожи, склонной к сухости, потому что она даст отличное увлажнение. Я люблю эту тональную основу, она легенькая, невесомая, такая приятная, ну, просто прелесть. Можно к ней, кстати, кисточку такую заказать, чтобы сразу наносить кистью, или взять какой-то спонж. Тональные основы AZ, два варианта. Есть матирующий крем-тон с матовым финишем, а есть увлажняющий крем-тон. Уже становится понятно, это для комбинированной жирной кожи, это для нормальной и склонной к сухости. По 4 оттенка,
Выбирайте, какой вам больше нравится, какой больше подойдет вашей коже. Конечно, AZ — это классные продукты. Вот у меня дочка любит их, просто любит, обожает. Далее палетки, какие же они красивые, классные, боже мой, это просто чудо. Есть у меня даже такая кисть, правда, ее надо постирать, вытащила ее из стирки. Она мне служит уже, наверное, третий год, и с ней ничего не происходит, хотя я уже себе новую такую заказала, чтобы если вдруг что-то снимут с производства, у меня чтобы лежала она в моей заначке, так скажем. Далее, палетки для контуринга, посмотрите, какие они шикарные. Во-первых, здесь большой объем продукта, продукты все нужные: бронзер, хайлайтер, румяна. Есть большой трильяж зеркала, в который прекрасно можно сделать полный макияж. И по цветам вы смотрите, если вам нужна теплая палитра, вы берете светлую, если вам нужна холодная палитра, вы берете среднюю. Все очень просто, качество шикарное. Мне нравится, мне очень нравится эта продукция. Далее у нас средство для бровей. Сейчас будет все о бровях, поэтому я возьму сейчас тушь для бровей. Итак, я готова. Ну, давайте рассмотрим сначала. У нас идет набор бритв для бровей. Интересный, конечно, набор. Я таким никогда не пользовалась и, в общем-то, не планирую. Я боюсь что-нибудь лишнее себе отрезать. В общем-то, я некоторые нежелательные волоски удаляю пинцетом. А если вы пользовались когда-то такими продуктами, расскажите, как впечатление. И если будете брать себе, тоже напишите комментарий, понравилось или нет. И у нас обновился дизайн туши для бровей. Итак, что же это за продукт такой? Давайте посмотрим поближе. Это тушь с маленькой кисточкой. Это оттенок темно-коричневый верхний и второй оттенок просто коричневый. Вот мне их прислали на обзор, и ту, и другую. Сейчас открою. Мой цвет, конечно, коричневый. Я даже не спорим, потому что это идеальный мой цвет. А если сделать брови хочется потемнее, то, конечно, нужен будет темно-коричневый вот такой вот оттенок. То есть он практически черный, то есть пойдет для густых черных бровей. Как мы пользуемся этим продуктом? Смотрите, сколько вариантов. Первое, если у вас брови свои хорошие, то вы просто их укладываете, то есть расчесываете по форме роста, как вам нужно, уложили, зафиксировали. И обратите внимание, что эта тушь прокрасит подпушек, то есть те волосики, которые менее заметные, те, которые светленькие, и за счет этого брови станут более пушистые. Если же у вас брови хорошие, но прям вот много светлых или есть, да, какие-то проплешинки, то вы расчесываете сначала против роста волос, против, а потом начинаете укладывать по росту волос. И у вас получится очень красивая бровь, пушистая, объемная, заполненная. Или если у вас все в порядке с бровями, да, вы нарисовали, вывели себе карандашом или тенями, как вам нужно, форму дополнили и так далее, то после этого вы тушью закрепляете и фиксируете. Следующий продукт, у нас есть такая помада для бровей, вот такая вот она здесь скрыта в тайнике, кисть. Мы берем помаду, набираем на кисточку, она очень такая остренькая, красивой формы, и начинаем красить, вот такие бровки себе рисовать. Вот так вот рисуем, а потом также можем тушью зафиксировать. Вот этот продукт придает бровям такой бархат, вот они как будто соболиные бровки, такие пышненькие, пушистенькие, очень красивые. Смотрите, здесь есть три оттенка, я вам показала коричневый. Вот еще раз его прям покажу. То есть я себе взяла средний тон, потому что у меня они и не темные, и не светлые брови. Вы же подбираете под свой оттенок. Далее двухсторонний карандаш. С одной стороны, это корректор, чтобы обвести вот тогда форму брови, высветлить и сделать ее четкую, красивую, выразительную. А с другой, естественно, сам карандаш, которым мы прокрашиваем брови. И еще это не все. Есть у нас такая палетка,
теней для бровей. Она идет зеркалом, два оттенка, один темный, другой светлый, и третий — это воск. А самое главное, что у нас здесь еще спрятаны кисти, и мы берем кисточку. Ну, на мой взгляд, она немножко толстоватая, хотелось бы кисть потоньше все-таки иметь. Мы набираем или одно средство, то есть цвет, или другое, или смешиваем одно с другим и получаем уже третий оттенок. Вот такие вот у нас оттенки. Можно взять светлый. Как видите, я пользуюсь, я всем пользуюсь. Мне бывает надоедает помада, я беру себе тени, надоели тени, я беру карандаш. То есть у меня все идет в использовании, как у всех девочек, да, нам всегда всего мало. И у нас есть дополнительные продукты для того, чтобы привести брови в порядок. Вот тут шикарная скошенная кисть, вот она как раз тоненькая, классная, идеальная кисточка. Есть самый лучший пинцет для бровей, который я пробовала в своей жизни. Это самый лучший, он даже лучше, чем в серии Giordani Gold. И есть у нас такая специальная расческа-щеточка для бровей и ресниц, то есть можно и брови, и реснички расчесать. То есть все для нашей красоты. Далее, брови накрасили, нам нужны ресницы, и мы берем вот такую красоту. У меня естественные реснички, сейчас я вам их покажу, как они устроены. Сначала мы красим стрелку один раз, даем стрелке высохнуть и красим ее второй раз. То есть она должна у нас высохнуть. Стрелка должна быть не жидкая, стрелочка должна быть густенькая, то есть, ну, пошире. Потому что если она будет очень тоненькая, то нам не к чему будет приклеить наши реснички. Так, открываем реснички. Они у нас держатся на металлической полоске. И здесь есть магнитики, 4 магнитика на каждой ресничке. И потом, когда все это высохло, мы приклеиваем. Просто здесь сейчас один слой, но все равно держится. Лучше два слоя, то есть рекомендовано делать два слоя. Видите, не падает, держится. Вот. Что могу сказать из рекомендаций, из моего опыта, так как я уже пользуюсь этим продуктом. Если вы куда-то идете, с собой возьмите обязательно подводку, на всякий случай, потому что если вы будете хохотать до слез, и слезинка потечет вверх по глазу, попадет на подводку, она растает и отклеится, реснички отвалятся. Поэтому вы можете уйти в дамскую комнату, снять реснички, подкрасить подводку и приклеить их заново. Вот вам такой лайфхак небольшой от меня. Так, дальше. Прикольная тушь для ресниц с экстремальным объемом, там большая толстая кисть. Карандаш для глаз гелевый, тоже удобный карандашик. Он затачивается, не выкручивается. И мои любимые стойкие тени карандаш. Почему-то моей любови выделили такой малюсенький участочек из целого каталога. Я удивлена, потому что этим теням нужно полстраницы уделять. Насколько они классные. Смотрите, во-первых, они действительно стойкие. Но когда мы их только наносим, с ними еще можно поработать. И я обычно делаю таким образом. Например, я наношу светлую базу, а сверху беру сухие тени и начинаю работать сверху сухими тенями. В результате получается стойкий, эффектный, крутой макияж, и ощущение, как будто подсветка изнутри идет. Обычно я вот эти два цвета, у меня бронза и хрусталь, я их использую каждый день, когда внизу подвожу глаза. Вот вам мой лайфхак. Крутые очень тени, и надолго хватает. Далее, средство для снятия макияжа у меня не снимает до конца макияж, особенно если это стрелки, то точно не снимет. Такую тушь я не пробовала, но могу точно сказать, что это одна из лучших кистей, которые есть в Oriflame 5 в 1. Это крутая кисточка. Я, в принципе, не люблю водостойкую косметику, потому что ее труднее стирать, надо больше времени, но иногда тушь необходима такая для того, чтобы плавать, да, или попасть в буран с ресницами накрашенными и не потерять свой внешний вид, да, приятный внешний вид. Так, далее у нас стойкая супер матовая помада Unlimited, красивая помада, мягкая, увлажняющая, при этом она достаточно высокой стойкостью обладает, до 12 часов.
И следующая страничка — это помада ультракремовая 5 в 1. У меня есть аж два оттенка. Один мой любимый — розовое дерево. Вот как раз его открыла. Это у меня уже не первая такая помада. Вот тут я вам ее продемонстрирую. У нее просто уникальный цвет. Вот, кстати, смотрите, Джордани. Так, где у меня? Видите, как она хорошо держится. То есть я прям сильно тру, чтобы ее вот сместить. То есть она будет очень хорошо держаться, даже на маске не отпечатывается. А второй оттенок, даже не помню, как называется. Это 65-е. Нет, это 55-е. Красное вино. Красное вино — это, конечно, для меня редкий цвет. Я такими практически не пользуюсь. Но вам вот покажу, как это выглядит. Иногда нужно такую помаду иметь в арсенале, чтобы удивить, да, кого-то удивить. Тоже мягкие, очень хорошие кремовые помады. Блески. Кстати, на блески у меня есть отдельное видео. Посмотрите. Потому что они классные, очень классные. Мультифункциональный бальзам для губ. Где он тут прячется? Вот такой красивый бальзам. Такой кремовый, пудровый розовый цвет. Шикарный бальзам. Очень хорошо питает губы. Заодно губы намазала. Как приятно на губах. Вот он мне нравится. Он очень классный. У меня мягкий персиковый оттенок. Далее помада, которая состоит из бриллиантов просто полностью, потому что она вся сияет и переливается, особенно на солнце. Это бесподобно красивая. Тем более здесь HD формат и новый дизайн упаковки тоже классный. И плавно переходим на маникюр. Вот буквально сегодня делала маникюр. Использовала средство для бережного снятия лака. Могу сказать, что оно очень сильно пахнет. Прям вонючее. Прям вообще прям ужас. Фу-фу-фу-фу. Но как оно круто снимает лак. Я вот перепробовала разные, покупала в магазинах и какие только не пробовала, но это самое лучшее. Оно, конечно, очень дорогое, но оно стоит этих денег. Особенно, и вы его оцените, если у вас будут какие-то блестки в лаках или очень яркий лак. Тогда вы, конечно, скажете: вау, вот это находка. А вы так точно скажете. Далее, мой любимчик — это масло для ногтей и кутикулы. Это масло как ручка, мы вот так крутим, и здесь вылазит маслица чуть-чуть. Мы берем и вот так прям кисточкой наносим на кутикулу маслица. А если ногти чистые, то полностью на всю ногтевую пластину. И как я от этого кайфую, вы не представляете. Я просто обожаю. Нанесли, так аккуратненько стерли и оставили. Пусть поработает. Потом будут мягенькие, вот тут вот все вокруг ноготочка, кожица ухоженная, уберет всю сухость, чтобы кутикула активно так не росла, чтобы не было заусенцев. Вот какая будет сейчас прелесть, все впитается. Заодно вам показываю и сделаю то, что хотела сделать. Ночная маска для ногтей, очень крутая маска, понравилась мне. Она прям смывается водой, поэтому ее только на ночь. Сыворотку я не пробовала, обожаю вот эту пилку зато. Выходят у нас новые лаки, и я подозреваю, что пудровый желтый очень похож на мой любимый цвет. Вот скажите, есть что-то? В любом случае, крутой оттенок, да все оттенки крутые, все в теплых тонах, но к ним нужно брать еще вот такую вот базу. Оставила наверху, красила сегодня ногти. И вот, вернее, не база, а закрепляющее покрытие, а оно же и сушка. Но вот оно действительно ускоряет процесс высушивания лака, поэтому я сейчас им пользуюсь. Мне нравится. Тени, классные тени. Очень популярная вот эта палитра, где сиреневые и розовые оттенки. Невероятно красиво смотрится на глазах, на веках. Подводку Кайал я не пробовала и не хочу пробовать, потому что я не знаю, как ей пользоваться, и нет у меня необходимости делать какие-то там смоки, такие черные макияжи. Так, далее два карандаша. Интересная комбинация, то, что мы видим здесь с одной стороны один цвет, а с другой другой. Это очень удобно. Светлый и темный. В уголочке глаза мы красим светлым, внешний угол темным. Это шикарный вариант. Туши для ресниц, серия On Color.
очень популярные туши, кстати, часто их все заказывают. Обращаю ваше внимание, что это у нас стойкая тушь. Надо средство для снятия водостойкого макияжа, наверное, к нему. И есть такой бесцветный восковой карандаш для бровей, тоже сейчас это очень модно, фиксировать брови, чтобы они были такие прям вау, классные. Далее здесь у нас есть консилеры, есть пудры без зеркала, кстати, пудра, матирующая тональная основа, есть разные варианты помады. Все это по таким доступным ценам и при этом такого хорошего качества, что вы удивитесь. Вот у меня, например, есть мерцающий нюд помада. Только это прям не нюд, мне кажется, это прям такой коралл-коралл красивый. Очень приятная помада, она еще и с приятным ароматом. Карандашики у нас есть 3 оттенка по 119 рублей, но они небольшие, карандаши малыши я их называю. Роскошная палитра лаков, еле держу себя в руках, чтобы их все не скупить, хочу сейчас лаки все поиспользовать, немножко старенькие. Мини помада, если сравнить с обычной помадой, то сразу видно, что она мини, она прям малышка-малышка, маленькая. И 119 рублей. У меня очень красивый цвет, теплый коралловый, но он больше как нюдовый, действительно. Я ее прям полюбила. У меня даже дочка ее брала, говорит: мам, какая помада классная, отлично лежит на губах, такая малышка. Быстренько использовали, взяли другую. И здесь у нас ждет, кстати, новинка. Мы пробуем новинки заранее, за один каталог раньше. Мы можем получить пробник тонального крема еще вот тут в наборе или заказать отдельно за 10 рублей. Так. А какой здесь положит оттенок, интересно? А, мы выбираем сами, код указываем, какой вы хотите получить. Все, понятно. Палитру консилеров забыла вам взять показать. Кстати, прикольные палитры. Здесь у нас еще со скидкой зеркальце раскладное, прекрасные помады с металликом, лаки, но это все без скидок, поэтому листаем дальше. И у нас идут ароматы для мужчин, для женщин. Есть серия, кстати, у Миши заканчивается гель-скраб для душа, он сказал, что он ему очень понравился. Далее уходовые средства для мужчин, чтобы они были у нас красивые, молодые, чтобы они нам нравились. Миша вчера выходит, мы ездили на яхте кататься, и он выходит, от него так вкусно пахнет. Я к нему пристала, говорю: слушай, чем у тебя так вкусно пахнет? Он: угадай. Я говорю: я не могу угадать. Оказывается, Позис. Я ему дарила, я не могу угадать, настолько он приятный, этот аромат, такой прям реально на воду с ним идти. Ароматы всегда мы подбираем через пробники, неважно, мужчина это или женщина, мы берем тестеры. Да, мы выбираем сначала то, что нам больше нравится по описанию, заказываем несколько пробников и тестируем их в течение 2-3-4-5 дней, сколько вам нужно. Иногда бывает, что сразу мы понимаем, что нет, это не мой аромат, а иногда бывает, что мы как бы испытываем, да, некие метания, вроде бы мой, вроде бы не мой. Вот побудьте с ароматом, потому что бывает такое, что через некоторое время вы поймете, что этот аромат ваш идеал. То есть он так раскроется и встроится в вашу жизнь, и вы почувствуете с ароматом определенное нужное вам состояние. И это именно то, что вам нужно. Не просто, чтобы вы вкусно пахли, а чтобы этот аромат был с вами гармоничен. Вот, например, как этот жасмин, я его весной просто обожала. Я его весной просто сходила с ума. Это парфюмерная вода. Такая высокая стойкость, я не знаю, вот он даже не выстирывается, мне кажется, из одежды. Прелесть просто, небольшой формат, 15 миллилитров, но настолько стойкий, там буквально один пшик и все, и обморок. Новинки S.E. Swedish Experience, голубой у нас Wild Hearts, такой более какой-то, как сказать, водный, что ли, аромат такой вот необычный. Второй аромат — моя любовь, я его называю желтый си, Blazing Warmth. Это невероятный аромат, мне нравится. Здесь вот как раз пирамида нарисована аромата, что здесь в составе. Но вот желтый меня просто свел с ума. После этого аромата мне уже все остальные кажутся такими простыми, какими-то все похожими. Этот же просто
вырвал меня из какого-то привычного образа жизни и свел меня с ума. Я в него влюбилась с первого взгляда. Кстати, Миша, он тоже понравился. И на мой взгляд, эти ароматы могут быть унисекс. Как вы можете использовать как мужчина, так и женщина. И в подарок идет еще вот такой большой крем. Серия Swedish Care. Это крем-масло для тела. Шикарный подарок. Ну, про эти ароматы мы тоже записывали отдельное видео. Мой восторг весь там. Так, Giordani Gold, Магнетиста, серия Woman's Collection. Вот, кстати, эти ароматы я не знаю, я не заказывала, не пробовала. Очень удобно, то, что у нас дополняется коллекция мини форматов. Новый Divine будет маленький. Это очень круто. Особенно, когда человек не может определиться и хочет и тот, и другой, пусть он возьмет разные и будет кайфовать просто от разных ароматов. Мы все время работаем с людьми с позиции, чтобы максимально подобрать так, чтобы человек был настолько в восторге, и он о вас рассказывал и рекомендовал вас другим людям. Как я обожаю аромат Love Potion Secrets, он шикарный. И вот мы наконец-то дошли до бомбической новинки. Аромат Divine, всеми любимый, он не изменился, многие переживали, что он изменится, он просто стал более концентрированный, потому что в нем ароматические масла до 20%, а в вашей любимой туалетной воде было где-то до 10%. Итак, смотрим акцию. Вот такой шикарный аромат, кстати, у него на крышечке написано тоже Divine. Фигурка женская, очень красивая. При покупке этого аромата вы получаете в подарок крем для тела и дезодорант шариковый. Представляете, как классно, если вы любите этот аромат, то вам такой будет шикарный подарок. Так что все радуемся, потому что любителей этого аромата очень много. И на десерт у нас идут часики. Часики вы получите в такой коробке, в подарочной. Открываем, открываем, а внутри ничего, потому что часики я уже извлекла. Вот так они будут выглядеть. У них литой силиконовый браслет, крупные цифры, как многие любят, чтобы хорошо видеть. Когда вы получите часики, вам нужно будет выдернуть вот эту пластиковую детальку, чтобы запустить батарейку. И примеряем часы на чистую руку. Я хочу вам продемонстрировать просто, что мне они сильно велики. Вот так они будут выглядеть. То есть мне часики большие, поэтому смотрите на указанные здесь размеры. И, кстати, такие часики вы сможете приобрести за 1499 рублей со скидкой 50%, если у вас заказ из каталога будет на 990 рублей. То есть еще дополнительная скидка. Ну, правда, очень красивые. Я грущу то, что мне не подошел по размеру ремень. И убавить его я тоже не вижу возможности. То есть здесь, потому что все литое. Вот, то есть я немножко огорчена чуть-чуть. Но часики классные, очень приятные на коже. И завершает каталог два продукта. Это тушь. Сейчас я вам ее продемонстрирую. И стойкий маркер подводка. Давайте начнем с маркера, потому что он сверху. Вот так вот выглядит упаковка. Маркер у нас обладает таким видом, как фломастер, вот реально как маркер, и он отлично рисует стрелочки. Можно делать тоненькие, можно потолще. Он стойкий, у меня просто он уже закончился практически, все. Его лучше хранить вот так вертикально. И если он у вас закончился, его нужно потрясти хорошенько, хорошенько потрясти, как градусник. И тогда он еще вам долго-долго прослужит. Просто у меня везде кожа вымазана в кремах, и он не хочет рисовать. Вот. Видите, классный продукт, очень хорошенькие стрелочки рисует. Очень удобно. Кто так не приспособился к подводкам, но хочет стрелки, то лучше, конечно, использовать марки. А тушь у нас удлиняющая. Ой, брызнула, все, размазала. Тушь удлиняющая с эффектом наращивания ресничек. У нее очень серьезный изгиб кисти. Смотрите, какой хороший изгиб.
пушистая набивная кисточка хорошо укладывает реснички, расчесывает их, дает объем хороший и длину. Так что вот такая тушь всего за 199 рублей. А мы так незаметненько подошли к концу. Вы заметили, что каталоги стали, мне кажется, чуть потоньше. В этом 171 страничка. Каталоги стали потоньше, я быстрее вам их, наверное, рассказываю. Я вас благодарю за внимание. Надеюсь, этот обзор вам полезен, и вы сможете уже разговаривать с вашими близкими, с клиентами о продукции со знанием дела. То есть рекомендовать уже не просто как бы по тексту читая, а рекомендации конкретные после использования. То есть я всегда рассказываю о том, чем я пользуюсь, что мне нравится и что не нравится. Об этом тоже говорю. Я вам желаю всем успехов, жду ваших комментариев и вопросов прямо под этим видео. Я вам желаю отличного каталога и много довольных, благодарных клиентов. Всего доброго! С вами была Лилия Донскова. Пока-пока! Какой красивый цвет получился!